На театральную площадь пришли ветераны, жители и гости курорта почтить память героев. Виртуэла Челокян День Победы отмечает как самый значимый праздник в году и в жизни. Это великий праздник, незабываемый. Аж плакать хочется. У меня дядя погиб, без извести пропал мамин брат. Так что вспоминаний много. Лейтмотив концерта – солдатские письма, на страницах которых переживания, эмоции, судьбы людей. Иван Матюнин приехал из Североморска в Анапу на отдых. День Победы отмечает ежегодно. В этом году в городе воинской славы в Анапе. Я с 37-го года. Я свидетель войны. Поэтому для меня это очень дорого. Я это передаю детям, внукам. Творческие коллективы Анапы в музыкальных и хореографических номерах показали начало войны, напомнили о страшных сражениях и долгожданной победе. На театральную площадь жители и гости курорта пришли семьями. Я очень рада, что мы победили в этой войне, что закончилось хорошо. На сцене бал победы. Студенты выпустили в небо 1000 белых шаров, как символ писем героев войны от поколения 21 века. И ровно в 22 часа ночное небо над курортом озарил праздничный салют.